Здоровеньки были подписчики мопеда Раритетовича, с вами снова Лео Механик, и эта серия посвящена Пьяджио Чао. Недавно, в преддверии подготовки к Стелла Челленджу и будущему Мега Челленджу, мне пришлось снять двигатель. По какой причине я его снимал? Снимал я ротор генератора, чтобы изготовить вот этот вот специализированный съемник. Это баланса под ним. Вот он съемник. Вот это специализированный съемник для ротора генератора с резьбой М17 Шах-1. Как мне сказал токарь, это оружейная резьба. И, в общем-то, движок оказался на столе. И я не мог найти покоя, все-таки мне не нравилось, как мопед не держит холостые обороты. Перечитал Вагнер Ленд. В частности, там тема была про дэшку. Вспомнил замечание дядюшки Орика по поводу вскрытия выпускного канала верхней мертвой точки. И на всякий случай, думаю, загляну-ка я в выхлопное окно. И опасения дядюшки Орика, который вот дедушка Вагнер этой зимой столкнулся с дэшкой, случились и у меня. Как вы видите, сейчас я пытаюсь направить фонарик мой, мне просто где-то, вот в этом положении видно, видите, вскрылось перепускное окно, то, которое я выпиливал специально, чтобы не резало перепуск на перепускных окнах в криошипно-шатунной камеры. Вот, и поэтому при положении поршня верхней мертвой точки, когда происходило основное всасывание топлива, часть смеси шла в выхлопную трубу по инерции. Поэтому вот этот мопед толком-то не держал холостые обороты. Какие дальнейшие действия? Ну, пока мест денег на Porsche нет. Тут стоит нулевой размер поршня Honda Dio с перенесенным стопором под верхнее кольцо. Поэтому пока мест буду думать. Ездить так дальше нельзя. То есть характеристики для Мега Челленджа и для сравнения мопеда уже нарушены. Это неправильная работа будет двигателя. Так что пока что, скорее всего, мотор останется лежать на стеллаже, а не становиться на раму. Будем думать. Ну вот, кстати, причина плохих холостых оборотов была выявлена. Спасибо всем за внимание. Извините, что с плохими новостями. Признаю свою ошибку. Не доглядел. Из-за неопытности, может. Всем пока.